Начальника отдела по защите гостайны Нижегородского управления МЧС подозревают в разглашении гостайны. Сотрудники ФСБ, вскрывшие это преступление, подробностей сообщают немного, лишь подчеркивают, что руководитель отдела гостайны Нижегородского МЧС передавал кому-то данные на силовиков, но его деятельность была вовремя пресечена. Начальнику СГТ ГУ МЧС России по Нижегородской области неоднократно в нарушении установленного законом порядка совершал выписки и копирование документов, имеющих гриф «совершенно секретно», в целях дальнейшей их передачи лицу, не имеющего допуска к государственной тайне. В результате вышеуказанных действий третьи лица получили закрытые данные в отношении отдельных должностных лиц правоохранительного блока. В соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации наказание за данное преступление предусматривает лишение свободы сроком до 4 лет. Кстати, в Нижегородском управлении МЧС деятельность начальника отдела по охране гостайны комментировать отказались.